Дорогие друзья, всем здравствуйте. В студии Элиза Калинина. Мы продолжаем наш эфир и стартует наша программа «Наука и технологии». Я хочу с радостью представить нашего гостя, весьма необычного, но очень даже подходящего к названию нашей передачи. Итак, сегодня у нас в студии экспериментальный электронный музыкант, перформер, саунд-артист, разработчик интерактивных инсталляций Сергей Касич. Сергей, я вас приветствую категорически. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Да, спасибо, что вы к нам пришли. Ну, смотрите. Еще о вас что пишут? Что вы саунд-дизайнер, участвуете в продюсировании и записи музыки для кино. Вы делаете такие лектории. Я даже смотрела несколько ваших выступлений в Политехническом музее, на различных площадках в университете. Но все равно для нашей широкой аудитории нужно объяснить, вот что такое разработчик интерактивных инсталляций, вообще чем вы занимаетесь. А еще вне эфира я узнала, что вы писали кандидатскую по психодиагностике. И это все сейчас внедрили в ваши проекты. Вот столько непонятных слов, и так интересно одновременно. Ну, я бы не сказал, спасибо за представление. Пожалуйста. Не сказал, что я сильно внедрил там куда-то психодиагностику. Вообще. Ну, не сильно, но косвенно. Косвенно, да, потому что если чем-то занимаешься, там 7 лет, это не может не повлиять на то, ну, что да. ты делаешь. Вот, вы пара обучения психодиагностики, в смысле, 7 лет учились. Но лет 5 я, в общем-то, именно прицелился на психодиагностику, а потом я находился именно в аспирантуре в смежной области, то есть это была общая психология, психогенетика. И психодиагностика, ну, как такая первая любовь. Да, и в конечном счете стали саунд-артистом. Саунд-артистом, вы, так вроде принято. Правильно, да. Расскажите нам, пожалуйста, вот вы нам даже какие-то штучки принесли интересные. Давайте вот для широкой аудитории объясним, что это такое. Интерактивные инсталляции. Интерактивные инсталляции — это просто жанр или там форма, а форм может быть много у подобного искусства, но если просто попытаться объяснить, вот есть современное искусство, а в этом современном искусстве так. есть множество направлений. Вот есть направление, называется медиа-арт или искусство новых медиа. Угу. Это искусство, связанное с современными технологиями или новыми технологиями. Так. И основным как бы способом, как это искусство осуществляется, является, наверное, коммуникация или способы коммуникации. Ну, то есть есть теория коммуникативного искусства, как бы, что любое искусство — это коммуникация, правильно? Да, коммуникация с аудиторией, имеется в виду, артиста, который это делает. Ну, и... вот даже картина, аудитория? Она же с вами, ну, коммуницирует. Понятно, то есть это способ коммуникации. Что она мне говорит, я все понимаю. Да, соответственно, современные технологии, которые применяются для коммуникации, вот они применяются в искусственно новых медиа, вот медиа-технологии. Ну, вот то же самое радио или вот эти вот экраны, которые здесь присутствуют, это все коммуникативные технологии. Вот они в этом искусстве применяются. Ну, не только они, а в целом, в общем, все современные технологии. Ну, и вот и в вы этом... их стали разрабатывать? Да нет, это так нельзя говорить. Разрабатывают их все-таки большие компании, там, индустрии. Но я продолжу, что вот в искусстве новых медиа есть... некое направление, которое больше ориентировано на звук, как медиа. И все, что вокруг этого может быть. То есть звук как там, причина для искусства, или звук как следствие искусства и так далее. Вот это современное технологическое искусство, связанное со звуком, вот оно меня заинтересовало как-то. Да, ну... Мы продолжим совсем скоро. У нас небольшая музыкальная пауза, друзья. И пишите, заходите в группу ВКонтакте «Страна.ФМ». Вы можете Сергею задавать свои вопросы. Сергей пока мне покажет, что это такое он принес. Такое интересненькое. Друзья, программа «Наука и технологии». У меня в гостях сегодня Сергей Касич. Электронный музыкант, перформер. Все правильно. Что важно? Что нужно? Электронный музыкант — это как прото. Разработчик интерактивных инсталляций мне очень нравится для программы «Наука и технология».
Ну, а я не знаю, что сейчас не связано с технологиями, ну, и с наукой, как базисом вот этих технологий. Интерактивная инсталляция, как я и говорил, просто такая форма, ну, да, в которой в том числе вот этот саундарт. Хорошо, давайте появляться. Расскажем, что вы нам принесли. Что удивительно, дорогие друзья, кто нас смотрит, а это нужно делать в данную секунду, кто слушает, объясню голосом. Сергей вот эту вот вещь, которая маленькая вроде, стоит у нас на столе, собрал за ночь, да, сегодня перед нашим эфиром? Тут ничего удивительного, потому что я в основном по ночам работаю, ага, все дела по ночам. Поэтому тяжко было. Звукорежиссерская привычка. Да, к 12. Ну, расскажите, что это такое. Я буду спать после эфира. Смотрите, тут такая белая платформа, наушник, написано left, какая-то кнопочка еще. И давайте-ка, Сергей, расскажите нам, обычным девушкам, которые в этом ничего не понимают. Не блондинка, ну почти. Что это такое? Здесь форма вашего уха, можно, я еще можно лицезреть, да, копию моего левого уха, поэтому работа называется left. Вообще это часть диптиха. То есть прям левое ухо ваше. Да, да, это сделано с помощью специального силикона. Слепок. Который по плотности близок к хрящу. Это была такая задача, то есть, ага, сделать, чтобы он был не твердый, а именно близок к хрящу, потому что звук, когда... Это же механические колебания, поэтому плотность среды, она на него влияет. Ну и, в общем, в это ухо встроен микрофон. Так. Это такая известная технология, называется бинауральные микрофоны, там, или dummy head микрофоны, когда... Так, можно я покажу, да? Это вообще можно трогать, а то ж... Ну да, но ручная работа. Склеено, так сказать, вот ухо, пластиковым клеем. Вот наушник, клеем. Микрофон. И как это работает? Вот микрофон здесь, да? Микрофон внутри уха, ага, а наушник... Микрофон внутри уха, да, наушник можно вставить себе в ухо, и если это включить, то можно слушать окружающую среду как бы через мое ухо, потому что там... Да ладно? То есть как вы слышите, в смысле? Но буквально в каком-то приближении, да, потому что это реальная форма моей ушной раковины, а тракт там, ну, просто микрофонный тракт там с определенным диапазоном частот слуховых. Так, смотрите, то есть по-русски, если я вставляю наушник, я слышу мир так, как ваше левое ухо. Но вот я должна вот так показывать, вот левое. Вот тут мы и пришли к тому, что такое саундарт, это все-таки искусство. Вот оно что. Да. Здесь есть, может быть, элемент там, ну, не научный, но технологический, да, что здесь присутствует электроника, там вот силикон, там и прочее, что попытка смоделировать какую-то ситуацию приближенно, но это не наука, поэтому здесь не нужна, не требуется какая-то суперточность, а здесь скорее важна концепция, ну и... В принципе, лично мне важно, чтобы оно работало. Вот поэтому оно работает, и там действительно, если вставить этот наушник, включить и там... Ну, мы попробовали в перерыв, надо погромче, чтобы там что-то звучало. Здесь подусилить это, наверное, не получится, но там как бы можно слышать... Смотрите... Можно слышать так, как вы. Можно слышать через мое левое ухо. И тут есть одна особенность. Вот здесь сбоку есть такая кнопочка, которая опционально включает тиннитус, потому что левое ухо у меня повреждено, там присутствует тональный сигнал, начиная где-то с 7 кГц. Вот он такой постоянный писк. Отчасти это работает, это такая невротическая отработка, как бы психологическая ушной травмы. Вы можете слушать через мое ухо и можете опционально включать или выключать как бы болезнь, которая... Вашу травму. Присутствует. То есть слышать так, как вы буквально. Смоделировано. Именно поэтому это такое вот персональное произведение искусства. То есть оно приобретает ценность из-за того, что в него вложена персональная история. Слушайте, это уже прям почти медицина. Вас врач Лор не приглашал к себе практиканты, чтобы вы помогли? Не то чтобы он меня приглашал, я к нему ездил, но... Вы ему показывали свою разработку, да? Нет, вы затронули тоже интересную тему, что... Вот мы ее затронем после перерыва. Отлично. Вернемся. Друзья, небольшая пауза, оставайтесь с нами. Итак, всех приветствую вновь. Лиза Калинина, в гостях у меня сегодня Сергей Касич, саунд-артист. Саунд-артист. Разработчик интерактивных инсталляций. Экспериментальный музыкант электронный. И что еще интересно, ты уже инженер.
сконструировал, да, такую штуку. Мы остановились на том, что вот кто нас смотрит, есть такая модель, я своими словами, да, объясню. Здесь, ну, опять-таки, модель, да, твоего уха травмированного, левого. Да, копия, да. Копия силиконовая. В ней микрофон подсоединен наушник, да? Да, да, да. И штука в том, что любой человек может, вставив наушник, слышать так, как слышит Сергей, и также включать вот эту травму, то есть как... Да, можно включать, можно выключать все. Да, но... и мы остановились на том, что я спросила про медицину, есть ли какое-то, ну, сотрудничество или какие-то тенденции сейчас, потому что вот даже я все хочу позвать к нам в программу, сейчас же очень развиваются эти экзоскелеты, когда ну, дополняют вот эти части тела уже как с интеллектом новым. Вот это же из этой области, только что касается отчасти лора заболеваний. Есть вот внутри искусства новых медиа есть направление с условным названием просфетикс, то есть... Просфетикс? Да, протезирование. Угу. И, в частности, вот эта работа, она тоже в эстетике такого протезирования выполнена. То есть вы с помощью технологий можете создавать копии там своих органов, там, не знаю, дополнительные руки, ноги, и как бы... но для человека, у которого есть повреждения, да, это создается, чтобы заменить орган. А почему бы не использовать это для людей, у которых повреждений нет? И вот, это искусство новых медиа, оно свободно фантазирует на эту тему, да? И, например, там создает дополнительные руки, вот дополнительные уши. В частности, я говорил, что вот, допустим, я сделал эту копию уха, я, в принципе, могу ее где-то оставить и взять оттуда аудиосигнал и направить себе в голову, как бы, в свое ухо. Подожди, ты расскажи так, как ты мне вне эфира рассказал, то есть... Я поясню. То есть получается, что ты можешь сделать еще одну копию, отдать ее, не знаю, человеку, который живет в Италии. А, нет, ты же, это же есть вот такой опыт, так, да, уже? Да, в ты общем-то... Ты продал, что ты сделал? Продал ухо? Да, почему здесь как бы присутствует только левое ухо? Так, потому что правое это где? Потому что правое 2 дня назад ушло в коллекцию Луичи Бенетон, по-моему, как-то так называется. Это, в общем, некий итальянский коллекционер. Так. И, в общем-то, я ухо сделал, потому что... Грубо говоря, там было предложение сделать что-то вот на холсте такого размера. Так. Я туда встроил правое ухо. Свое. Собственно, да, оно поехало туда. Ты просто каннибал Лектор, слушай. Страшно. Нет, ну они же силиконовые. Потом я их могу сколько угодно делать, штамповать. Это и страшнее, собственно. Ну и ладно, уехало. Я не буду штамповать, а идея вот в чем. Уехало ухо в Италию. Да, одно поехало туда, а второе вот, ну то есть правое, а левое вот оно осталось. И оно такое особенное, потому что у него есть тинитус. Что такое тинитус? Это вот как раз вот это вот травмирующая синусоида. Да. И вот я как раз пользуюсь тем, что на радио выставляю на продажу левое ухо. Понятно. Поэтому коллекционера, если кто-то слушает, ну, подожди, в дороге есть... там можете приобрести. Смотри, то есть ты уехал, твое правое ухо, уехало. Ты можешь подключиться и что, и слышать им? Поймать аудиосигнал, это что значит? Ну, теоретически у него есть... Ты можешь слышать то, что у каждого, слышится там? Да, у каждого из ушей есть выход, потому что это электронный тракт, то есть так. Он просто микрофон-тракт. Поэтому, конечно, можно просто туда подключить, любым образом доступным вывести аудиосигнал, передать его дистантно на любое расстояние. И слышать то, что сейчас в коллекции у этого молодого человека происходит? Или ну, он не молодой, но в принципе... У этого человека это возможно. У данной конкретной работы у нее нет задачи быть именно жучком. Расширенным слушанием, хотя, как я вот говорил в перерыве, что вот эти просфетикс или... как бы арт-протезирование. Ну да, модели вот эти. Да, у него зачастую задача как раз расширить возможности. И в принципе, да, вы одно ухо помещаете где-то в Италии, другое ухо у вас находится здесь. Да. Вы берете сигналы с этих ушей, засовываете себе в голову и можете представить, что у вас голова размером на с полконтинента. Да. И это же, в принципе, интересно. И да, это интересно, это круто. Наука, например, она не будет заниматься такими вещами, потому что
Ну, науке это не нужно, она не ставит такие задачи. А вот искусство, оно ставит такие... Может взять эту функцию, да. Да, да. Мы вновь вынуждены прерваться. Друзья, оставайтесь с нами. Небольшая пауза, и совсем скоро к вам вернемся. В гостях у нас сегодня Сергей Касич, перформер, инженер, медработник. Это все так в полпальца. Все в полпальца, да. Да, я не профессионал ни в чем. Слушай, да ладно тебе. Вон, видишь, покупаю даже уже твои модели. Не покупают, это тебя, если бы мне заплатили. Отдаешь. Да. Слушай, ну скажи, пожалуйста, вот у тебя очень много различных лекций, форматов, там, зовут тебя на фестивале науки, читаешь ты на таких площадках, как и в политехнических музеях, ну, таких технологических. А вообще, вот какая сторона законодатель всего того, что происходит? Вот этой индустрии, саунд-искусства, вот этих инсталляций. А-а-а. Откуда это пошло в основном? Нет никакой индустрии в саунд-арте. Угу. Отчасти в этом, на мой взгляд, преимущество, что это... А, в этом своя прелесть такая, да? Да, как раз такое искусство, которое, оно, с одной стороны, моложе, чем другие области, там, медиа, арта. Угу. А может быть и не очень моложе, но в целом нет какой-то однозначной формы его продажи, поэтому нету и индустрии, соответственно. Ну, есть большие имена, там есть известные художники в этой конкретной области. Есть художники, которые к ней обращаются периодически, просто как в форме. Mm-hmm. Есть, которые только там работают, но конкретно как направление оно, наверное, оформилось в Соединенных Штатах в 80-е годы, mm-hmm. или вот на рубеже 70-х, 80-х, начиная с выставок в... Нью-Йоркском музее современного искусства МОМА знаменитом. Ну да, вот. Очень знаменит. Да, есть конкретный вот куратор, которая, значит, как бы обозначила вот эту область. А что такое звук в галерее, и может ли он там находиться сам по себе, является ли это искусством. Угу. И вот начались выставки под названием Sound Art. В Нью-Йорке возникла Sound Art Foundation Вильяма Келлермана, который тоже занимался как бы вот этим направлением. Ну и как внутри любой области там в чем-то есть разногласия, в чем-то там какие-то субнаправления, угу. и прочее. Не думаю, что это настолько специфично, не думаю, что это интересно обсуждать, но изначально, да, оформление такое произошло, наверное, в Нью-Йорке. Вот. А ну, в Европе это распространено очень. Угу. В Японии. И, насколько я знаю, вот одна из тем, которые ты также несешь массы, вот как с лекциями, это как раз о том, что происходит сейчас у нас, в России, да, у нас в стране? Да, это тема просто, в которой я могу себя назвать специалистом, потому что я к ней имею непосредственное отношение, как бы я часть вот этого процесса формирования саунд-арт-комьюнити, там, саунд-арт-сообщества в России. Поэтому я про это как бы, ну, легитимно могу рассказывать. Легитимно. Ну, типа, да, вот лучше специалиста, наверное, не найти вот в этой области. А все какие-то другие темы моих лекций, ну, это в той или иной степени профанация. Слушай, ну какая ситуация вот сейчас у нас в России непосредственно? У нас очень хорошая ситуация, она... Все в развитии, тенденция идет. Как бы в лучшую сторону даже отличается от там разных других как бы стран. Вот, может быть, даже от того же Нью-Йорка, где я недавно провел 2 месяца. У нас в гору. Не то, что в гору, а у нас... Вот это появилась идея там лет 10 назад, именно консолидации комьюнити. И эта идея, как бы, она работает. Вот поэтому... Да, вновь вынуждена прервать, друзья. Скоро вернемся. Небольшая пауза. Оставайтесь с нами, Страна FM. Вот за кадром и вне эфира Сергей сказал, что вот продюсировал многих. Делал аранжировочки, да, кто у нас звучит. Аранжировочки делал, ты даже, может, не перечислять, но... Да не многих, ладно, но так, много с некоторыми, ты перечислил, да. Имен, топовые. Слушай, ну да ладно, вот скажи, мы затронули уже тему, как в России у нас обстоят дела вообще с этим искусством и технологиями. Саунд, да. И ты говоришь, что у нас вообще ого-го все как развивается, у нас идет в гору. Но это Москва преимущественно, да? Да, Москва и Питер. И, ну, сейчас интерес какой-то есть и с других больших городов. Я за последний год сделал проект в Екатеринбурге. В Питере был несколько раз. Да, я хотел сказать, что, ну,
Неизвестно, почему это там, точнее, точная причина сказать нельзя. Единственное точное определение, что это из-за людей, что вот есть люди... Которые этим горят, да? Да, которым интересно, во-первых, вместе общаться, во-вторых, эту тему продвигать. И именно поэтому, например, в Москве есть Московская саунд-арт-студия и Московская саунд-арт-галерея. То есть это две мини-институции, такие микро-институции, у которых собственные помещения, и они работают уже почти 5 лет каждый день, кроме понедельника. То есть вы можете приехать на улицу Ростокинская, дом 1, там зайти в электромузей, там найти Московскую саунд-арт-галерею и послушать вот этот вот, увидеть саунд-арт, который там выставляется. Такой, как он есть, о чем мы говорим, собственно, да, уже то есть столько вот времени. Есть галерея. И это уникальная ситуация. Даже в Нью-Йорке, например, нет стационарной саунд-арт-галереи как таковой сейчас. Вот она там была какое-то время. А студия — это место, где комьюнити там может собираться, где у нас люди учатся. Мы обучаем там программированию, электронике, там теории звука, там математики. Вот. И там же происходит продакшн, то есть это многоканальная студия, там дорогая достаточно акустика студийная находится. То есть там созданы условия для работы. И вот такая мини-инфраструктура, но сам этот жанр, он такой, как я и говорил, достаточно узкий. И для консолидации, стимуляции развития, как бы вот эта инфраструктура очень хорошо работает с моей точки зрения. Вот, она появилась исключительно благодаря желанию там и помощи, взаимопомощи друг вот, друга, людей, да? Кто в этом заинтересован. Да. А международный опыт, вот обмениваетесь опытом так или иначе? То есть да, приезжают безусловно. Нам те же вон, американцы из Нью-Йорка? Да, и приезжают, и приедут. То есть как бы вот российское комьюнити, оно часть международного комьюнити. И это жанр как бы такой международный. Вот. В принципе, сама мировая сцена, она, конечно, довольно большая, но она меньше, чем там сцены других искусств, можно так сказать. Ну, понятно. Вот. Да, и вновь мы прерываемся, друзья. Я хочу напомнить, что вы также можете заходить в группу ВКонтакте «Страна FM», задавайте Сергею свои вопросы. И WhatsApp Viber 909-928-189-9. СМС пишите, если есть вопросы. Я думаю, что Сергей с удовольствием все это дело прокомментирует. Мы продолжим. У нас потихонечку завершается программа «Наука и технологии». Говорим сегодня про электронную музыку, про то, что сейчас происходит в современном, так скажем, мире интерактивных инсталляций. Сергей Касич у нас эксперт сегодня в этом, он находится в нашей студии. Мы поняли, что у нас в стране все круто, все идет в гору отчасти, потому что много энтузиастов, кто это все делает, это модно отчасти, да? Но где можно это все посмотреть, дело увидеть? Ты говоришь, еще люди приходят учиться вот в эти ваши академии, галереи. При Московской стандарт-студии есть курс, который существует уже там 4 года и 4 месяца в году, 4 дня в неделю. Слушай, мы обучаем. Вот мне интересно, кто эта аудитория? Кто приходит обучаться? То есть это в основном молодые ребята, совсем там школьники, студенты, девчонки, парни. Вот кто? Нет, средний возраст, я думаю. Есть ли у них музыкальное образование? Вот что важно, чтобы этому обучиться? 25-27 лет средний возраст. Чаще всего, не чаще всего, люди из разных сфер, довольно много звукорежиссеров, которые приходят, потому что... Уже с навыками какими-то, да? Да, мы даем то, чего не дают в университетах, то есть музыкальное программирование, например, или базовую электронику, то есть человек после нашего курса может сам собрать синтезатор, он знает, как все сделано внутри, может из базовых деталей это сделать, может запрограммировать, может на нескольких языках внутри компьютера. Сделать инструмент, по факту. Фактически, да, но с этими навыками можно делать, в принципе, все что угодно. Приходят саунд-дизайнеры, приходят художники, там люди... Художники, прям художники? Нет, и, конечно, современные художники. В общем, все люди, которым интересно понять звук, как он вот сейчас устроен. Как он работает. И как с ним можно работать с помощью разнообразных инструментов за пределами того, что можно назвать
традиционным музыкальным продакшеном, в том числе эстетически, то есть в том числе расширяя эстетические свои границы. И как долго обучаются у вас непосредственно? 4 месяца в году. Да, это длится такой курс, там несколько преподавателей, несколько направлений. Yeah. Вот я тоже популярным языком объясню. Я видела некоторые видео работы. То есть получается, как видит обыватель. Вот я, в частности, что человек, звукорежиссер, он саунд-артист, продюсер, он просто из разных каких-то материалов, ты же сначала не поймешь, что это, вот собирает примерно то, что у нас есть на столе, но только там в глобальных каких-то масштабах. Это такой какой-то модернизированный там либо синтезатор, либо какая-то гитара. То есть реально музыкальный инструменты, как, да, я правильно объясняю? Но то есть то, что потом играет, звучит. Как я и говорил, что возможно, различные формы этого искусства. Ну, вот объектная форма — это одна из возможных форм. Угу. Причем среди объектов есть как модифицированные инструменты, так и что-то другое. Но вот ухо — это не модифицированное инструмент. Ну, да, какие-то все что угодно, но все что угодно, где как-то находится звук, либо артефакт Либо звука. Ты его слышишь, либо ты его даешь. Его даже может не быть, то есть он может быть в идее, например. Ну, понятно. То есть это очень такое гибридное, экспериментальное искусство. Сереж, спасибо тебе огромное. Наше время неумолимо убежало, пролетело. Спасибо очень вам. Интересно, правда. Я желаю вам успехов в вашем таком модном, отчасти новом, неизвестном мире для широкой аудитории. А если кто-то хочет посмотреть нас, современных звукохудожников, у нас фестиваль в мае. Все. О, спасибо. Вот. Будем следить. Спасибо. Пока. Сергей Кащенко был у нас в студии сегодня. Спасибо.